проектов. Поэтому, друзья, я думаю, что в поддержку этих проектов, в поддержку этих начинающих музыкальных коллективов, конечно, хотелось бы, кто чем может, кому сколько не жалко. У нас есть две красавицы-близняшки, а у них есть в руках две шлявки. Поэтому они сейчас пройдутся по рядам. Друзья, кому сколько не жалко, давайте поддержим этот проект, потому что они...